преддверии нового учебного года региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с благотворительными организациями оказывает помощь малоимущим семьям республики. В рамках ежегодной акции «В первый раз, первый класс» депутаты подготовили портфели для учащихся младших классов со всей необходимой школьной канцелярией. Наборы закуплены за счет внебюджетных средств. Помощь получат более 300 семей. Ну, это та небольшая помощь нуждающимся семьям подготовки первоклашек в школу. Нуждающих семей у нас действительно много. Все-таки, чтобы более справедливо было распределение по семьям, мы пригласили сегодня и представителей наших известных фондов республики. Это Пешем, МЯЛ, КДЛ и также Вошел.